В ходе частичной мобилизации многие мужчины в активном возрасте, занимающиеся бизнесом, вынуждены временно оставить свое дело. Чтобы это прошло максимально безболезненно, в Твери на базе центра «Мой бизнес» начал работу Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях частичной мобилизации. Оказать действенную помощь бизнесу поручил экономическому блоку правительства региона губернатор Игорь Руденя. К этой работе привлечены и представители коммерческих банков, а также Федеральной налоговой службы. Среди прочего, например, даются разъяснения о возможности получения кредитных каникул в случае, если мобилизован заемщик, индивидуальный предприниматель, либо руководитель, юридическое лицо, в котором он единственный участник, либо его доля участия в организации составляет более 50%. В таких случаях льготный период будет составлять срок до 6 месяцев с одновременной пролонгацией срока возврата. Мы помогаем предпринимателям с особо частыми ситуациями, когда призывают, например, сотрудников организаций. Мы помогаем разобраться, в общем-то, как это все оформить, каким образом выстроить дальнейшую работу. И второе направление, мы разбираемся уже с частными ситуациями, когда, например, участником этой частичной мобилизации является либо ИП, либо учредитель, либо директор организации.